Здравствуйте, уважаемые подписчики канала «Узнай секреты профессионалов». И сегодня у нас на обзоре гриф «Стройгидравлика». Это короткий гриф, тренировочный, в большей степени для домашнего пользования. Вот, сам гриф вот находится. Его длина стандартная 155 сантиметров. Диаметр стакана посадки блинов 50 миллиметров. Диаметр грифа самого 28 миллиметров. К нему идут вот такие вот замки. Вес самого грифа 12,5 килограмм ровно. Замочек каждый весит по 1 килограмму. В сумме получается 14,5 килограмм. Вот. Гриф имеет длину посадки сюда 22 сантиметра. И между стаканами 107 сантиметров. Длина рабочей зоны грифа. Вот. Если сравнивать такой гриф с таким же аналогом от Динамо Луганск, вот рядышком гриф, то они отличаются только вот утолщенная часть у Динамо Луганск на сантиметр каждая на стакане больше. Получается, этот гриф 155 сантиметров, этот гриф 157 сантиметров. И разница в весе, это 12,5 килограмм, динамовский гриф 13 килограмм имеет. Получается, он в сборе 15 килограмм, а строй гидравлика 14,5 килограмм. Накатка у обоих грифов хорошая, но у Динамо чуть-чуть жестче. Здесь более мягкая, щадящая, но тоже гриф в руках не проскальзывает с весом. Стаканы крутятся хорошо. Конструкция здесь точно такая же, как у Динамо Луганск, поэтому рассматривать не будем. Просто ввинчена гайка и штифт стоит. Далее. К нему идут вот такие вот блины в комплекте. Вся штанга шла комплект блинов 55 килограмм, 10 пятерочек и 2-2,5 блина. И гриф, то есть в сумме 70 килограмм, около 70 килограмм получалось. Также на грифе имеется два отверстия для смазывания. Но будет проще, он легко разбирается. Вот здесь выкручиваются, снимаются два сухаря и просто снять его, протереть и раз в год просто смазкой залить. Но сюда можно доливать, если не хотите разбирать. Отверстия существуют. Дальше. Есть к нему блины. Блины по 5 килограмм. Их 10 штук в комплекте идет. Толщина блина 1,4 миллиметра. Это с фасочками. И диаметр 26 сантиметров. Блины 2,5 килограмма. Толщина 9 миллиметров. И диаметр получается 24 сантиметра. Вот. Блины очень тоненькие, удобные, компактные такие. Легко подойдут на гантелю с ручкой, у которой тоже стандартные олимпийские 50. И будут не занимать много места. Они сами по себе тонюсенькие и очень удобно. То есть стакан короткий, можно много навесить таких блинов. Вот. Блины хорошие. Имеет небольшую такую фасочку для удобства хвата. Но она не имеет такой сильной, конечно, большого бортика. Вот так выглядит штанга в сборе, когда она выходила с магазина. 70 килограмм, 5 блинов по 5 килограмм на одной стороне и столько же на второй. И по одному блину 2,5 килограмма. Вот. Получается, на стакане еще достаточно места для дополнительных блинов. И штангу, в принципе, можно собирать 100, 150, 200 килограмм до 200. Дальше просто уже блины не влезут. Но если двадцатками, может быть, тоненькими, то и влезут. Но грузоподъемность этого грифа неизвестна. 200 он еще держит, а дальше непонятно. Да и нет надобности дома набирать такие веса на штангу. Вот. Штанга очень хорошая, удобная, компактная. Напомню, она 87-го года выпуска. Вот, но на руках у людей и в старых спортзалах таких грифов хватает. Подписывайтесь на наш канал. Вот, много полезной информации. И покупайте штангу и спортинвентарь. Тренируйтесь дома.